Вова, а ты видел, там новости кидаются с стриминсайда? Twitch планирует сократить доходы партнеров. Чего? А что, теперь типа не раз в два месяца будут приходить выплаты, а раз в три? Или что? Так, я читаю, короче. Twitch планирует сократить доходы партнеров. Впервые за 10 лет Twitch собирается внести серьезные коррективы в партнерскую программу для увеличения прибыли компании. Что может измениться? Сокращение доли выручки, которую получают стримеры с эксклюзивной партнерской программой, с подписок на их каналы, 70 до 50, как у остальных. Вести систему разных эшелонов для партнеров, для каждого из которых будет предусмотрен свой... Отказаться от эксклюзивных контрактов, разрешив авторам проводить трансляции на площадках конкурентов. О! Что? О, я согласен! Я готов реально отдавать 50% вместо 70%, но с возможностью стримить где угодно. Это что, ГГ легализовано? ГГ легализовано. Я теперь могу просто где угодно стримить и за это бабки получать. Еще больше, чем тут сидеть, как, ну, вы поняли. Сейчас начать делиться со стримерами процентом выручки с рекламы, сделав ее показ более выгодным. Короче, новость. Крутая. Плохо. То, что они урежут доход, но очень... А вот мне интересно. Они очень хорошо придумали это... Вести Разрешив авторам проводить трансляции на площадках конкурентов. Это круто, ребят.